Крещение Господне – христианский праздник, который относится к числу важнейших в православии. В этот день люди вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно православному вероучению, при совершении этого таинства миру явилась Пресвятая Троица. Бог явил себя миру в трех ипостасиях – Отца, Сына и Святого Духа. С великим праздником Крещения Господня! Послание апостола Павла на сегодняшний день есть такие слова. «Явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, чтобы, отвергнув похоти и мирские, мы жили в этом мире целомудренно, праведно и благочестиво». Господь нас к этому призывает, чтобы мы, причастившись этой благодати, которую мы принимаем через таинство. И вот сегодня тоже совершилось таинство освящения воды. 18 января в храме по окончанию поста крещенского сочельника состоялась литургия святого Василия Великого, первое освящение воды, а также всенощное бдение, которое совершается накануне особо чтимых праздничных дней. января православные христиане города приняли участие и в божественной литургии, за которой большинство прихожан причастились святых христовых тайн. Чистое дело Твое, сей самая честная кровь Твоя, молюся, убо Тебе помилуй меня, прости мне прегрешение мое вольное и невольное, за словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподоби меня неосужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, восстановлении моих грехов, Далее состоялось освящение воды. Ее называют агиасмой, что в переводе с греческого значит «святыня». Ею люди запасаются на целый год. Отче наш!